Фотоотчеты 5- и 10-летней давности теперь фотохроника. Многие помнят, как начиналась история Эллады. Из долгостроя пионерского лагеря в 1993 году Эллада стала по-настоящему греческим санаторием, где все есть. 7 корпусов, 2 лечебных отделения, спортивный и тренажерный зал. За 20 лет в Элладе отдохнули почти 250 тысяч сотрудников налоговой службы всей России. Вот мы с Виктором Александровичем смотрели хронику сегодняшнюю, да? Я говорю, слушай, это хороший европейский уровень. И действительно, тот уровень, который есть, он действительно европейский, хороший. И это только благодаря вам, вашему повседневному труду, заботам, которые вы проявляете. Я бы хотел пожелать всем вам добра, счастья, здоровья, семейного благополучия. Поздравления со сцены под разноцветными софитами. Мэр Анапы Сергей Сергеев подарил греческую нику директору греческой Эллады, чтобы побед было еще больше. Раз вы умеете отдыхать, раз вы умеете подводить итоги, чествовать ваше прошлое, наше общее прошлое, значит, вы умеете и хорошо работать. Я хочу вам подарить статуэтку, значимую статуэтку. Это богиня победы. Надеюсь, она тоже украсит ваш город. С праздником вас. Всего самого хорошего. Значимые победы санатория в профессиональных конкурсах. Курортный Олимп 2008 год. Эллада – победитель краевого конкурса в 2 номинациях. Дополнительная награда всегда – хорошие отзывы отдыхающих. Эллада очень-очень красивая. Здесь все так изменилось, все стало очень хорошим. Ну, внешне очень мне нравится. И как отдыхающий, ну, мне здесь понравилось. Отдыхается вообще замечательно. Очень уютная обстановка, прекрасный вид, бассейн теплый. Очень приятные сотрудники, врачи, можно пройти цикл процедур, который благотворно влияет на общее состояние здоровья и просто прекрасно провести время. Во время отпуска жизнь кажется ярче. Отдых с изнанки обычно видят сотрудники санатория. Для них чужой отпуск – работа. В Элладе работой довольны. Очень хороший коллектив, территория просторная, красивая. В общем, мне все здесь нравится. Неудивительно, что многие сотрудники проработали по 15 и 20 лет с первого дня основания санатория «Эллада». Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.